Здравствуйте, друзья! У нас на обзоре сегодня устройство Oxford Quartz XA10. Будем разбирать его для зарядки, а также тестирования, ну и дальнейшей сборки. Значит, в комплекте имеется вот такой вот шестигранный ключик. Там, если вы знаете или не знаете, пазу там вот у него имеется шестигранный такой вот винт. Вот, сейчас мы его открутим. Так. Есть. Вот такая крышечка дюралевая, которая после того, как выкручивается винт. Вот он винт. Пожалуйста. Имеем тут мы литиевый аккумулятор. Вот так он вынимается. Ну, то есть, понятно, да? Вот устройство, вот аккумулятор. Ничего сложного. Значит, аккумулятор оборудован такой вот влагозащитой, гидрозащитой. Вот так вот. Силиконовая накладочка. Снимается. Сейчас будем ставить на зарядку. На AliExpress был предварительно приобретено такое приобретено устройство. Вот. Этот шнурок, который шел в комплекте данной сигнализации. Сейчас при подключении посмотрим, что у нас покажет. Вот подключили. Загорелся сиреневый диод у нас, что свидетельствует о том, что заряд пошел. Смотрим на устройство. Значит, 5,12 вольта, 0,23 ампера. Ну, вот условно, оно час-полтора там позаряжалось у вас. Мы его позаряжали условно. Отключили от заряда. Дальнейшая сборка заключается в чем? Закрыть, не забыть устройство, которое влагозащитное, так сказать. И собираем в обратном порядке. Ничего сложного. Одевается крышечка. Вот такая вот крышка, если я вам не показывал, да? Вот такая довольно-таки увесистая крышечка, мощная. Вот она закрылась. Для дальнейшего сбора нам потребуется одеть. Упс, винт полетел куда-то. Винт на шестигранник. Вертикально его подняли. И сейчас за пределы камеры мы выйдем чуть-чуть, потому что нужно устройство перевернуть. Наживили винт. И все. И вкручиваем там вот этот его паз. Там если видно. Вот так мы его вкручиваем. Оп, все. Вот, в принципе, и весь разбор. Вот такая вот схема. То есть сигнал, два сигнала. И такое хорошее устройство. Отлично себя зарекомендовала. 2 года служит верой и правдой. Всем рекомендую. Ну, вот. По обзору все. Кому было интересно, ставьте лайки. До скорых встреч, друзья.